Всем привет! Меня зовут Эсмеральда. Вы находитесь на моем канале «Мир парфюма и моды». Живу я в Париже, в городе моды и любви. Но тематику любви в своих роликах я затрагивать не буду, а вот тематику моды и парфюма мы будем обсуждать. Я являюсь квалифицированным специалистом в этой части. Также хочу сказать, что я работала с несколькими известными парфюмерными компаниями, не буду сейчас называть их имена. Ну и являюсь я по специальности тоже косметологом. Думаю, для начала о себе хватит. Поэтому давайте перейдем непосредственно к делу. В сегодняшнем ролике я хочу вам рассказать об ароматах восточного направления. Для начала давайте поговорим о трех ароматах, которые я сегодня хотела бы вам рассказать. Это аромат от Tom Ford Velvet Orchidée, аромат от Nina Ricci Экстаз и аромат от агента провокатора Лажант. Ну вот, думаю, с агента провокатора мы и начнем. Это очень интересный и серьезный запах. Также скажу, что он был выпущен не так уж давно, в 2011 году. Его производителем не являются французские парфюмеры, его производителем являются английские парфюмеры. В этом аромате собраны очень много запахов, таких как мадагаскарский розовый перец, жасмин, герань, роза, мускус. Думаю, там еще много чего присутствует, но это главные нотки этого парфюма. В композиции этого аромата собрано все, что нужно было, парфюмеры задумали в композицию этого аромата собрать все, что нужно женщине для соблазна, для сексуальности, для обворожительности. А почему именно парфюмеры выбрали такой стиль, я вам скажу, наверное, те, кто знает, знает, а те, кто не знает, я вам скажу, фирма «Агент Провокатор», она является всемирно известным производителем эротического нижнего женского белья, а также аксессуаров. Вот поэтому они и выбрали такую нотку, такую тематику в своем парфюмерии. И решили они встряхнуться и попасть в парфюмерную индустрию. Я вам скажу, что у них это неплохо получилось. Аромат, опять-таки, я вам скажу, восточно-сладкий, очень сладкий, но не приедающийся. Не каждая женщина захочет пользоваться этим ароматом, но он индивидуален. Опять-таки я скажу, в нем есть своя изюминка. Те, кто начнет им пользоваться, думаю, будет знать, где и куда его использовать. Следующий аромат – это Nina Ricci Экстаз. Естественно, это тоже женский аромат, и, естественно, это новинка 2015 года. У меня он в 30 миллилитрах, уже половинку я использовала, так как очень любилась, очень довольна этим ароматом, я очень довольна им. Также скажу, что в нем собран, в состав его парфюмеры собрали розовый перец, персик, грушу, розу, белые цветы, жасмин, малину, много чего я, видите, много чего перечисляю. Там также присутствует мускус, карамель, ваниль, сладкий аромат. Но сладость его не приедается. Его сладость обволакивает и согревает. Но это ненадолго. Например, как сладость от глубоким назвать его нельзя. Глубоким назвать его тоже нельзя. Наверное, это и есть характеристика экстаза. Он кратковременен. Думаю, все держится на розе в центре композиции. Ну вот и все, что можно узнать поверхностно об этом аромате. Хотя говорить о продукции Nina Ricci можно долго и долго. Как вы видите, на заднем фоне у меня присутствуют среди парфюмов другие ароматы Nina Ricci. Вот у меня также есть Nina Ricci Mademoiselle, Nina Ricci Premier Jour. Но о них мы сегодня, Nina Ricci Premier Jour, но о них я сегодня вам говорить не буду. О них я вам расскажу в следующих своих видеороликах. И перейдем к последнему аромату. Это Tom Ford. К Tom Ford
Производителем этой продукции является Швейцария. Опять-таки замечу, что это не Франция, это Швейцария. Тоже новинка 2014 года. И те, кто следит за продукцией Том Форда, думаю, узнали его по предыдущему аромату черной орхидеи. На этот раз флакон парфюмеры окрасили в темно-фиолетовый цвет, так как присутствует фиолетовая орхидея. Как они говорят, это означает вельветовая орхидея. Этот аромат тоже является ярким, восточным, цветочным. Лично я влюбилась в этот аромат с первого занюха. В нем он пахнет цветами, медом и ромом. В нем парфюмеры собрали жасмин, турецкую розу, пурпурную орхидею и тоже опять-таки присутствует черная орхидея в ней. Вначале этот аромат терко-сладкий. Вначале есть ощущение присутствия какао и миндаля. А для тех, кто любит резкость, я скажу, что это то, что надо. Он манящий, сексуальный, роскошный. Одним словом, он не сможет вам так быстро надоесть. Это все, что я вам смогла рассказать на сегодня об этих трех ароматах. Если у вас появились вопросы, если вас что-то заинтересовало, пишите в комментариях, оставляйте свои вопросы, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до новых встреч в новых видеороликах. Пока-пока.